Уважаемые телезрители, мы начинаем цикл передач, посвященных 80-летию начала насильственной мобилизации корейцев на остров Сахалин. В наших сюжетах мы расскажем вам о причинах, предыстории и ходе мобилизации. Причина насильственной мобилизации корейцев на Сахалин кроется во второй половине 19 века, когда Японская империя начала свою колонизационную политику в Северо-Восточной Азии. Это время было для стран китайской так называемой цивилизации очень тяжелым. Европейские завоеватели, которые в 15-16 веках начали свой путь колонизации всего мира, пришли и в Северо-Восточную Азию. Европейские государства того времени принадлежали капиталистической системе, которая постоянно требовала от них захвата новых рынков, новых территорий и порабощения других народов. Два совершенно разных пути ответа на завоевание европейских колонизаторов показали нам Япония и Корея. Япония, которая в 1853 году подверглась нападению со стороны американского флота, когда командор Мэтью Перри под угрозой своих пушек заставил Японию подписать неравноправный мирный договор. Япония была открыта для подписания договоров с другими державами, и вскоре с ней подписали договор Россия, Великобритания, Франция и Германия. Очевидная беспомощность правительства Сёгуна разрешить данную проблему привела в Японии к гражданской войне, в результате которой власть формально была возвращена японскому императору Мэйдзи под его эгидой, и начались широкомасштабные реформы, которые привели Японию на капиталистический путь развития. Корея по ряду причин не смогла провести капиталистические реформы, как сделала это Япония, и ее руководство выбрало другой путь противодействия экспансии. Корейский король Коджон, который правил страной с 1863 по 1907 год, на протяжении 40 лет сохранял независимость своей страны, балансируя на интересах других держав. Противостояние капиталистических держав за Корею привело в итоге к русско-японской войне 1904-1905 годов. Россия эту войну, к сожалению, проиграла и была вынуждена уступить Японии не только свои интересы в Корее и Маньчжурии, но также отдать противнику территорию Южного Сахалина, на котором японское правительство создало губернаторство Карафута. Уважаемые телезрители, мы продолжаем цикл передач, посвященных 80-летию начала принудительной мобилизации корейцев на остров Сахалин. Япония в конце 19 века дала свой ответ на экспансию европейских держав тем, что встала на капиталистический путь развития, что в свою очередь привело ее руководство к идее захвата других стран. Сегодня мы расскажем вам о том, как Корея стала колонией Японии. Корейский король Коджон более 40 лет своего правления удерживал страну от полного порабощения. При этом он выбрал тактику балансирования между интересами великих держав. В кризисные моменты Коджон предпочитал обращаться за помощью к России. Противостояние России и Японии в Корее в итоге привело к русско-японской войне 1904-1905 года, которую Россия, к сожалению, проиграла. Поражение России привело к отказу от ее интересов в Корее, а также уступке Японии территории Южного Сахалина, на которой японское правительство создало губернаторство Карафута. Отказ России покровительствовать Корее в итоге привел к полному порабощению этой страны японцами. Ярость японских властей вызвал демарш короля Коджона, который в 1907 году послал своих представителей на Вторую Гаагскую мирную конференцию и попытался привлечь к проблеме Кореи внимание мировой общественности. За это короля заставили отречься от престола в пользу более слабого наследника. В итоге в 1910 году японские властные круги полностью ликвидировали остатки независимости Кореи и присоединили ее к Японской империи под названием губернаторство Тёсен. Колониальный период продлился в Корее с 1910 по 1945 год. Японцы провели решительные меры по модернизации полуострова. Этот период был отмечен высокими темпами экономического роста, возникновением современной корейской культуры, формированием основ современной корейской промышленности, увеличением средней продолжительности жизни и широким внедрением начального школьного образования. Однако вместе с реформами японские власти проводили жесткую авторитарную политику в отношении населения. Корейцы подвергались дискриминации, древние корейские памятники уничтожались, жестко подавлялась борьба за независимость Кореи.
Японские переселенцы, пользуясь поддержкой колониальной администрации, вытесняли корейских землевладельцев с их земель. Японские колониальные власти развивали промышленность Кореи, однако крупные заводы и инфраструктура строились в основном в северных гористых районах, а юг оставался аграрным регионом, где занимались выращиванием риса и было много свободных рабочих рук. Именно в южнокорейских селах японские власти начинают принудительную мобилизацию корейцев для работы в самой Японии и на Карафута. Уважаемые телезрители, мы продолжаем цикл передач, посвященных 80-летию принудительной мобилизации корейцев на остров Сахалин. В прошлый раз мы рассказывали вам о том, как проигрыш России в русско-японской войне привел к аннексии Кореи и Японии. Сегодня мы расскажем вам о том, как на территории Южного Сахалина существовало японское колониальное губернаторство Карафута. Несмотря на значительные природные богатства, Сахалин в тот период был довольно отсталой территорией. Российское правительство создало на острове каторжную колонию, где осужденные в основном добывали уголь. Однако климат, удаленность и ограниченность каторжного труда препятствовали полноценному развитию промышленности Сахалина. Япония, получив Южный Сахалин, первоначально не так активно занималась разработкой его ресурсов. Японские крестьяне с неохотой соглашались переселяться на холодный остров, где невозможно было заняться выращиванием риса. Жители занимались в основном добычей морских и рыбных ресурсов. Однако после Первой мировой войны в Японии начался промышленный бум, который отразился и на Карафута. На остров пришли большие промышленные компании, такие как Митсуи и Митсубиси. Они развивали инфраструктуру и угольные шахты. Развивалась лесная промышленность. Однако трудности с логистикой сподвигли японские фирмы построить на Карафута 9 больших целлюлозно-бумажных комбинатов, продукция которых обеспечивала значительные потребности Японии и ее колоний. Железнодорожные и автомобильные дороги, порты и аэродромы должны были обеспечить промышленное развитие губернаторства. Существенно выросли некоторые города. Например, небольшое русское поселение Владимировка было переименовано в Тоехару и стало административным центром Карафута. Сюда стремились переселенцы и бизнесмены, еще больше увеличивая население города. Несмотря на то, что население Карафута стремительно росло, вакансий, особенно на тяжелых, низкоквалифицированных работах, было немало. Уважаемые телезрители, мы продолжаем цикл передач, посвященных 80-летию принудительной мобилизации корейцев на остров Сахалин. В 1930-х годах Япония стала испытывать недостаток в рабочих руках, и для решения этой проблемы в 1938 году был принят закон о всеобщей мобилизации. Согласно этому закону, японское правительство в соответствии с законами военного времени могло привлекать народ Японской империи к трудовой повинности. 4 мая 1938 года выходит указ японского императора о распространении закона о всеобщей мобилизации на территорию Кореи, Тайваня и Карафута. После этого указа и началась массовая принудительная мобилизация корейцев в Японию и на Сахалин. Насильственная мобилизация проходила в 3 этапа. Первый этап с сентября 1939 года по февраль 1942 года проходила так называемая мобилизация по вербовке с элементами добровольности. Второй этап с февраля 1942 по сентябрь 1944 года проходила мобилизация по рекомендации учреждений и организаций. И, наконец, третий этап с сентября 1944 года и до окончания войны проходила мобилизация принудительной трудовой повинности. В июне 1939 года вышел закон о рабочих корейцах и переселении, согласно которому и проводилась насильственная мобилизация. Всего за годы войны Япония мобилизовала на работы более 1,5 миллиона корейцев, 16 тысяч из которых отправились на Южный Сахалин. В августе 1944 года имела место еще одна принудительная мобилизация, на этот раз из Карафута в Японию. Около 10 тысяч шахтеров, из которых 3 тысячи были корейцами, были перемещены на японский остров Кюсю. Данное событие получило название «Повторная вербовка».
Уважаемые телезрители, мы продолжаем цикл передач, посвященных 80-летию насильственной мобилизации корейцев на остров Сахалин. Сахалинские корейские предания изобилуют рассказами о том, как корейцы попадали на Карахута. Кого-то отправили вместо старшего брата, подлежавшего мобилизации. Кто-то записался по вербовке сам, надеясь заработать на шахте немного денег. Кого-то ловили на рынках и площадях и отправляли отрабатывать повинности на Сахалин. Жены с детьми следовали вслед за главами семей, однако же большинство все-таки остались в Корее, породив проблемы разделенных семей. Особой историей выделяется жизнь корейского писателя Рю Сиука, которого отправили на Сахалин за участие в национально-освободительном движении. Жизнь для корейцев на Карафута была трудной. Почти все они жили в бараках, питались скудно и работали по 12-15 часов на шахтах без выходных. Еду выдавали по талонам сразу на целый день. Хочешь — сразу съешь, а хочешь — растягивай. За попытку побега грозили гораздо более тяжелыми условиями, совсем в другом месте. Один из рассказов сахалинских корейцев о работе на шахтах звучал примерно так. Вот подходит вагонетка с лесом. Толпа корейцев, человек 100, подбегают и берут по 2-3 бревна и бегут несколько сотен метров до шахты. Потом обратно возвращаются. Были настоящие гонки, как они бежали с этими бревнами. Ведь чем больше бревен ты возьмешь, тем больше подпорок ты сможешь поставить в шахте. Соответственно, дальше продвинешься, нарубишь больше угля и больше заработаешь. В основном корейцы работали на шахтах Карафута, однако были и исключения. Например, согласно рассказам старожилов, много корейцев работало на постройке железных дорог, и немало их нашло себе приют под этими рельсами. Притом, за тот невероятный, тяжелейший труд сахалинским корейцам должны были платить заработную плату. Однако на руки выдавали лишь небольшую часть денег, а большая часть заработка шла на сберегательные вклады почтового банка Тойохары. Эти деньги сахалинским корейцам японское правительство не вернуло до сих пор. Уважаемые телезрители, мы продолжаем цикл передач, посвященных 80-летию насильственной мобилизации корейцев на остров Сахалин. Тема сегодняшнего сюжета посвящена послевоенной истории сахалинских корейцев. После того, как война окончилась, Корея получила независимость от Японии, ее территория была освобождена советскими и американскими войсками. Однако единого мнения об устройстве страны не удалось выработать ни союзникам, ни корейской интеллигенции. И страна оказалась разделенной на две части – Северную и Южную Корею. Это сыграло свою роль и в судьбе сахалинских корейцев. Южный Сахалин и Курильские острова были возвращены Советскому Союзу, как и было зафиксировано в Ялтинских и Потсдамских соглашениях. Японское население островов также по договоренности между Советским Союзом и Соединенными Штатами было репатриировано на Хоккайдо. А вот корейскому населению Южного Сахалина право вернуться на родину предоставлено не было. Первоначально советское правительство разработало план переселения всех корейцев с Сахалина в Северную Корею, которая в тот период находилась под контролем советских войск. Однако данный план осуществлен не был. Причиной тому стала японская репатриация и связанная с ней нехватка рабочих рук в промышленности острова. Гражданское управление Южного Сахалина и Курильских островов, а затем и Сахалинский обком партии, решили отложить репатриацию корейцев, поскольку нуждались в их труде. С другой стороны границы, в Японии и Южной Корее, также задумывались о плане репатриации корейцев с Южного Сахалина. Однако трудности, которые американские военные органы испытывали на управляемых территориях, связанные с экономическим кризисом, передвижением миллионов людей, нехваткой основных продуктов питания, жилища и одежды, побудило США отказаться от этой проблемы. Желание людей вернуть своих родственников, подкрепленные запросами дипломатического ведомства Южной Кореи, остались без ответа со стороны США. После окончания кровопролитной Корейской войны в 1953 году вопрос о репатриации сахалинских корейцев перешел из организационной проблемы в политическую плоскость. Ни одна, ни другая сторона бывшего антигитлеровского союза не хотела решать подобные проблемы. При этом, если Советский Союз вообще отказывался обсуждать проблемы сахалинских корейцев на международном уровне, то правительства США, Японии и Южной Кореи использовали ее для того, чтобы критиковать Советский Союз
за нарушение прав человека. Таким образом, сахалинские корейцы оказались брошенным на произвол судьбы народом. Проблема его чаяний и нужд оказалась не нужна никому. Ни Японии, насильственно мобилизовавших корейцев и демонстративно отказавшихся от ответственности за свои поступки, ни Северной или Южной Кореи, ни США. Советский Союз, который также в своих интересах использовал корейцев, не принял ни отдельного закона об их гражданско-правовом статусе и не использовал свое влияние на международной арене, чтобы разрешить данную проблему. В небольших районах, деревянных домах, трудясь на низкоквалифицированных, тяжелых работах и на земле, корейцы Сахалина были вынуждены начать адаптацию к новой жизни, учить чужой язык, пытаться сохранить культуру для своих детей или лелеять несбыточную мечту о возвращении на родину. Уважаемые телезрители, мы продолжаем наш цикл передач, посвященных 80-летию насильственной мобилизации корейцев на остров Сахалин. Последний сюжет нашего цикла посвящен движению за репатриацию, которое разгорелось в Японии, Южной Корее и на Сахалине в связи с состоявшимся возвращением корейцев на родину. Можно сказать, что началось оно уже в декабре 1945 года, когда корейцы, подвергшиеся повторной вербовке и находившиеся на шахтах острова Кюсю, устроили забастовку и потребовали либо вернуть их на Сахалин, либо привезти жен и детей в Японию. Сообщение об этом получили американские военные органы, управлявшие Японией и Южной Кореей после войны. В 1946 году в Южной Корее возникла общественная организация, которая настойчиво стала требовать у американского командования быстрее решить вопрос о репатриации корейцев с Сахалина и Курильских островов. Эти корейцы, как неоднократно подчеркивалось заявление организации, были жертвами японских милитаристов, не были противниками союзных сил и должны были как можно быстрее быть возвращены на родину. Особенную тревогу членов организации вызывал тот факт, что о корейцах Сахалина не было никакой достоверной информации, кроме неясных слухов о жестоком обращении. Корейцы на Сахалине сами пытались приблизить желанную репатриацию, однако их просьбы к советскому командованию и партийным органам в итоге закончились ничем. Корейская партия, основанная в 1951 году, главной целью которой было добиться репатриации, была арестована и подверглась судебному преследованию. Значительные действия удалось совершить небольшой группе сахалинских корейцев, которые после заключения Московского соглашения 1956 года выехали в Японию вместе с женами-японками. Корейцы, лидером которых был Пак Но Хак, основали в Японии общественную организацию, борющуюся за права сахалинских корейцев. Долгие 15 лет вели так называемый Сахалинский суд против правительства Японии и смогли привлечь к движению значительное внимание общественности, адвокатов и политиков. В Южной Корее неравнодушные активисты также поднимали эту тему. В апреле 1972 года редактор и обозреватель радиопрограммы для сахалинских корейцев на KBS Чан Мингу отсортировал и проанализировал все письма, которые приходили от корейцев Сахалина. В прямом эфире он зачитывал тексты этих писем, что способствовало поиску разлученных родственников. Внимание общественности привело в итоге к ряду дипломатических запросов, которые южнокорейское правительство делало в Советский Союз через Японию. В 1977 году на Сахалине вновь разгорелось движение за репатриацию. Несколько корейских активистов потребовали у советского правительства отправить их в Южную Корею или Японию. Когда на свой запрос они получили отказ, несколько человек вышли на главную площадь города Корсакова и объявили о бессрочной голодовке. Партийные органы решили вопрос жестко. Около 40 человек были насильно отправлены в Северную Корею, после чего движение за репатриацию было приостановлено. Только после окончания Холодной войны и установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Южной Кореей в 1990 году движение за репатриацию удалось выйти на новый уровень. Официально регистрируются корейские общественные организации, такие как Организация разделенных семей, Ассоциация сахалинских корейцев, Совет старейшин сахалинских корейцев. Начались поиски родственников, в том числе через телемост компании KBS и ГТРК «Сахалин». На остров прилетает Боинг компании Korean Air, чтобы увезти 120 пожилых сахалинских корейцев на встречу с потерянными семьями. Начинаются отправки петиций и митинги перед японским генеральным консульством. Некоторым одиноким старикам разрешается выехать в Южную Корею в дома престарелых.
Давление общественности вынудило правительство России, Южной Кореи и Японии усесться за стол переговоров и утвердить проект переселения сахалинских корейцев первого поколения, построенные для них многоквартирные дома в южнокорейском городе Ансане, а также Инчоне, Паджу и других городах. Те, кто не по своей воле оказались на Сахалине и после войны были лишены права на выбор места проживания, смогли наконец-то вернуться на родину.